«Подари детям жизнь». Под таким девизом в Петропавловске прошел благотворительный концерт. Вырученные средства пойдут на лечение 12-летнего Амира Габдуллина. Мальчик страдает ахондроплазией. Подробнее узнаете в следующем сюжете. Подарить добро и спасти чью-то жизнь под силу каждому – девиз этого вечера. Даже самая небольшая помощь может дать кому-то надежду на выздоровление. Амир Габдуллин с рождения страдает ахондроплазией. Из-за генной мутации рост 12-летнего мальчика всего 105 сантиметров. Маленькие руки и ноги мешают ему жить обычной жизнью подростка. Он очень любознательный и умный мальчик. Хорошо учится, участвует в интеллектуальных и творческих конкурсах. Любит поэзию, рок-музыку, очень позитивный, с тонким чувством юмора, добрый и отзывчивый. Еще раз благодарю всех, кто принял участие в судьбе моего сына. Неделю назад Габдуллины вернулись из Харькова. Там мальчику сделали первую операцию по удлинению ног. На это ушло около 2 миллионов тенге. Теперь ему предстоит пройти курс реабилитации, а осенью Амиру начнут удлинять предплечья и руки. Как минимум будет 3 операции, стоимость каждой около $5000. Таких средств у семьи нет, и они надеются на помощь неравнодушных людей. Поддержать Габдуллиных решили специалисты антикоррупционной службы и организовали концерт с участием творческих коллективов региона. Амир еще совсем маленький мальчик, и он нуждается в нашей помощи. Это замечательно, что столько человек готовы ему помочь, в том числе и наш ансамбль. Жизнь – это бумеранг, и неоднократно это вернется нам вдвойне. Нужно помогать, нужно делать добро, несмотря ни на что. Этот концерт – одно из мероприятий, организованных в рамках акции «20 добрых дел». Приурочена она к 20-летию со дня образования ведомства. Мы провели субботнику ветерана труда, оказали посильную помощь детской деревне. Подобные мероприятия, они все-таки несут заряд тепла, доброжелательности, человечности. И я надеюсь, что все те люди, которые сегодня будут на концерте, они это все делают от души. Всего в этот вечер собрали больше 800 тысяч тенге. Эти средства пойдут на предстоящую операцию Амира. Здоровье детей – это самое главное, что есть у нас. И хотелось бы, чтобы вот эта вот наша маленькая лепта, которую мы внесли в это дело, чтобы оно помогло этому мальчику. Всегда откликаешься на чью-то беду, потому что мы все живые люди, и у нас тоже есть дети. И как бы поддержать родителей этого ребенка, и не только его. Амиру я желаю терпения, никогда не терять веру в лучшее и в хороших людей. Алина Баржанова, Жулдызбек Ермуканов. Новости МТРК.